Ну нахуй то, чтоб тебе не надо, думаю, сотни, блядь, на дороге не валяются. Ну что за? Нахуй за? Задирает юбку, становится раком. Я и руку на жопу и глажу. И глажу. И глажу. И глажу. Потом он мне говорит, слышь, чё, шлёпать-то будешь? Ага. А ты ей говоришь, если бы у меня была сотня, то я бы тебя, конечно, шлёпнул, да? Ну пошёл ты нахуй, хули ты вообще знаешь? Да ты 2 недели назад уже рассказывал ту же самую идиотскую историю. Фу, блин. Слышь, козёл, ты сегодня заснёшь, и тебе пиздец. В лесу родилась ёлочка, а рядом с нею пень. И пень просил у ёлочки 4 раза в день. А ё... Ещё раз насышь меня на ногу. Я тебе хуй отрежу. Да, блядь. Здоровичок. Раз, два, три, 4, 5. Да. Завязывай. Достал, блядь, уже. 25. Говори со стенкой. 25 западная. Иди нахуй, понял? Да ты, мне надо вопрос ответить. Пожалуйста, можешь ответить мне? Что? Послушай, ты пойми один раз, когда мне нужно с тобой поговорить, я буду говорить с тобой. Пока сиди заткнувшись и жди, пока буду с тобой разговаривать, понял? Парчушка сраная. Да поговори, ты поможешь тебе, поломки сраные. Ответь мне на этот вопрос, что тебе стоит? Блядская зараза. За общение с такими тварями, как ты, не тушат людей. Корову дохнут, тварь. На ой, на ой. Смочи! Ой, ты слышишь? Ой. Я тебя убью! Остынь! Тебя убью! Я тебя убью! Успокойся! Если эта сука меня еще один раз тронет, он к мамочке не вернется, блядь! Остановись! Что с тобой произошло? Да нет, это нож, я этого гада сейчас зарежу. Ножи, чтобы есть. Из-за чего мы деремся? Неужели передо мной тот самый Саша, который пришел сюда 3 месяца назад? Все на этой ебаной подлодке перестали быть теми, кем были 3 месяца тому назад. Ну надо же хотя бы постараться. Нет, Олег. Поздно стараться. Надо перестать стараться. А как насчет твоей жены? Она выходила замуж за нормального человека, а не за дикаря. Неужели она не заслуживает, чтобы к ней вернулся домой нормальный мужик? Мы не можем это, Пучи не позволит нас засосать. Я чувствую, что все время я погружаюсь все
глубже. Глубже с этими людьми. Может быть, мое призвание в поле где-нибудь работать? Да, трактористом. Извини меня. Соедини меня. Подключи электроды, у меня все мышцы свело. Извините, капитан, у меня все руки в крови. У нас у всех тут руки в крови. Подсоедини меня. Мне нужен массаж. Да я серьезно, я вам всю спину измажу. Всю спину кровью измажу. Олег, мы теряем время. Драгоценное время. Я бы давно уже получал массаж. Просто подсоедини электроды к спине. Ух! И на поясницу. А как твоя спина? Лучше, чем мозги. А, молодец! Что ты делаешь? Свинья! Убей его, сверки! Олег, пожалуйста! Сука! Что ты наделал? Что ты наделал? Двадцать градусов северной широты. Нет, нет. Северный. Ты меня слышишь? Северной широты. 30 западной. Ты что там оглох, я не пойму? Идем наверх! Идем! Работай!
Томпсон, пропустите доктора! Молчать! Не мешать пропустите мне. Доктора! Молчать! Тихо, не мешать! Она мертва. Впереди в порядок. Оботри, а то мокрое все. Красавица. Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне. Ваше Величество, женщина, да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, да неужели сюда? Ура! 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 Давай, Ди! Давай! Чудо! Давай, поживем! Хороший передок у нее, блядь. Но! Первую ночь она проведет со мной.
дикарям придется есть руками.